Куда идем? Назад. Стоим, стоим, стоим. Сейчас патруль будем бить. Алло. Давай, давай, назад. Очком большой, большой. Ждет он от тебя, царь, 4 воронки на друида. А ну пусть ждет, чё? Контроллер раздать легионерам, овцу там. Царь такое, что взять долг, это означает, что нужно потом отдавать, да? Фире, овцу, все, приехал. Понимаешь, в чем дело? Я как бы брал у сагильдийцев долг, да? А сагильдийцы... Не уешьте, блядь, какие... Брал у сагильдийца, отдаю кубу, как-то не вариант, знаешь. Балабол ты, короче, да? Да нет, просто у Матурма слишком мерзкий человек оказался, поэтому я не собираюсь ничего... Ебать! Это в шестой стадии был. Бей мастера, кто видит. Это Ира молчит. Привет, так у вас вроде рейдик. Не хочу влезать. О, рейдик сделай мне мини. Так Алиса, это Алиса не останавливала. А че вы где? Окей. На шаларку идем. Ну, второй патруль. Следующий патруль, да, объем. И я АФК побьете сами пока. Вы бы риснули. Не ауешьте, пожалуйста, в контроле. Павшим геров сейчас даете. Поехали, контроль легионера. Только дамаг максимальный, пока чувак, он не превратил. Чувак вспомнил, 4 воронки. Ну, во-первых, не 4, а 3. Вератов до сих пор деньги не отдал, чё. Мне, кстати, нужны воронки, парни, приоритет. Мне отдал. Мне нужно 3 штуки вернуть, нахуй. Шляпу тебе на воротник. В смысле отдать тебе воронки? Ну вот так вот, типа я по очереди на воронки, блядь. Идёшь на АОК и покупаешь 3 воронки, отдаёшь кому ты додолжал. А за лупу тебе не показать? Ой-ой-ой-ой-ой, я показывай какой-нибудь Маше или... Да, как её там зовут. Так зачем, если у тебя рот открыт? Ебать. Ты озабоченный, что ли? Фаршок уже охамел, а я... Я вам одну... это любовь. Да, я видел. Тихо, тихо, пан хочет сказать. Я уже сказал, это любовь. Все слышали то, что он хером поставил? Это не мой стол был. Он водится в гостях. Давай, вот это. Рей, говори, да? Катлан, сколько тебе еще воронок? Все по кругу. Чё? Ищ. Чё? 106. 105? Ищ! Он сказал ищ! Ищ. 10. Ищ. 106, Катя, надо. Тебе эти трэш, я резну всех. Чё вы стоите ждёте, а? Ну пошли, пошли. Всех резну под хилю, идите бейте уже. Поебал. А стан можно диспелить, пожалуйста? Нахуй на... Ух, ебать у меня... Проси увой. Не плюсов. Котлас, ты будешь воронки брать? Что еще раз? Воронки будешь брать за половину цена? Я одну возьму, мне одна. Нет, одна, я один не буду брать. Весните. Это не бесплатно? Нет, не за бесплатно. Ну, за половину возьму. Я внезапно переместился в очередь за Котласа. А, ты был выше, я не понял, да? А что за очередь? На воронки, если у тебя есть Т5. Очередь на очередь, все нормально. Ты был выше, Элрей? Очередь. Просто ты уже не хочешь... Ну, идите как... танчите, ёпт вашу мать, уже. Ну, кто-нибудь спекнитесь уже.
Диспельте ебаный стан, блять, или я буду стоять смотреть, как один катлас будет танчить. Сука. Блять, чулан, диспель стан. Пиздец, врываюсь, мне дают стан, и я стою. Фейли же, не? Не проходит что? Не знаю. Блять, кто-то согрел. Так. Что там, пятая? Сейчас еще две будет. Мастер, алло, знаки сюда давай. Сука. Кидок. Трах тебе док, тебе док. Да еще мобов немерено. Ну как, пока я не лутану, блять, не будет. Вот, есть. Сова недоволен. Влетел. Дай пожим помри. Не давал. Значит, гимн на хп костет. И в моральную прожимку. Чё, блядь, сука. Охуели, блядь, что такое так? Давайте босса с пулем. По ДВЕ зальём, либо. А, как зломание тогда у нас стартовали по рынке? Угу. На босса. Да нормально было ещё. Мы тогда как раз босса не убили, блядь. Мне больше горит с того, что стан этим мобам не дается. Меня больше горит, что стан этим мобам дают. Ну, дисплей это секунду. Там есть зелье свободы действий в банке. Вы тут вдвоем, да? Берешь и танчишь их. Ну и все. Подожди, на калькуляторе посчитай, ты мне наебал. Ну, видишь, мне кажется, что этот челик, даже по общению, вот который этот их не представитель РЛ, он, ну, получше, чем пиво будет. Вон в раз лучше, чем пиво, блядь. Ну, типа как. Да что, есть кто-то хуже, чем пиво, блядь? Ну, не знаю. Только сам пиво, по-моему. Здесь у вас 5 минут, и отлично. Им, ебать, это, срался с этим пивом, нахуй, в их дискорде, за то, что он на наших пиздил. А я спрашивал у Мора, что за долбоёб хуйня? Этот. За тему на форуме. Он вообще охуел, этот кадр. В натуре джигит, блядь. А чё он сделал, чё он сделал? Да ну ты тему на форуме чё не видел? Он там на всех, блядь, пиздит. Те багом убивают, эти хуягом убивают. Ещё там гильда есть. Про нашу там сноску сделал. Ну если захотите, найдёте. Да он там на всех говном просто поливал, не знаю, вот что-то прорвало, долбоёб это. Мне похуй на всех, что он про нашу гильдию придумал? Чё можно было про эту гильдию сказать, вообще не понимал. А, чё сказать, что мы Гидроса охуяло убиваем. Багом Гидроса убиваем. Багом. Когда у нас босс забагался, нахуй. Он же смотрит эти видосики в эту войну, походу. Он увидел оттуда. Бога-юзера мы видим. Это мои видосики там, блять, понимаешь, там 50 подписчиков в циркуле, наверное. 50 и 40 каких-то, ну просто
левых чуваков. И 10 подписчиков Сируса, наверное, есть. И есть там пиво, блять. Это самый главный, нахуй. Так понимаешь, что пиво человек поражал, лайкает каждый видос. Там, понимаешь, там видосы выходят, вот они выходят, и на них там 0 просмотров, 1 просмотр, и все. И то бывает от меня. Но их никто не смотрит. А мне знаешь, что сказали в Иллюжинах? Мне говорят, ну я такой говорю, я типа видео записываю. Мне говорят, типа, а чё ты, типа, нельзя записывать голос с Дискорда, типа, что в рейде говорится. Типа, нужно музыку включать. Ну, типа, палец или чё, я хер возьму. Но я ничего не стал говорить, что хуй знает. Мне кажется, бред какой-то. Нет, там просто могут 2 раза админов похуесосить, блядь, и кто-то это спалит, ему бан. Не-не, просто там люди за базаром не следят, их за это пресечь можно, за их разговоры. Особенно пианиста, нахуй, пизду эту ебаную, с её эту, подружку его. Да я не знаю, я вот за то время, что там находился, ну ничего не услышал такого, то есть от них. Ну тебе повезло, там когда начинается вакханалия, там начинает пианист петь. На пианино своем играть. А вакханалия, это ты имеешь в виду, что вайпы какие-то или что? Ну, там не вайпы, там начинается ор какой-нибудь, там что-то кому-то не понравилось. И начинается вот это вот. Да я же там был. Не просто там у него вот эта баба есть на шамане, которая играет. Я забыл ее ник. Ну, умность там. Вот она. Да, это вообще самое токсичное существо на свете, наверное. Ну, от нее тоже что-то не слышал особого. Ну вот я смотрю. Ну, она. Ну, пока она молчит, она нормально. Как только рот открывается, и так сразу. Ой, ладно. Потом увидишь, как-нибудь случится. Охуеешь потом. Я даже не знаю, ну я сколько уже получится, 2 КД, ОКЗ. Ребят, ты бы хотел у кого-нибудь, поставьте, пожалуйста. Освоенный контент, когда это освоение начинается, когда на освоение приходил 25 гера, когда они не могли еще профа убить. Угу. Блять, вот это было вообще жестко. Я не знаю, я вообще и на ДК забрал Глору. Что-то уже прошло, да? Просто вообще не знаю. Арпи, она ник поменяла, по-моему. И куда она пошла? Ну, не знаю. Там Шарпи просто говорит, что ягодный торт был такой шаман. Тут она в джок сейчас. Я Алис не знаю, куда пошла. Какой он там гильдию теперь заебывает? Что за Алис? Сейчас минутку. А, да. Изи косарь, да. А, 22500 ГБ положите. Поставьте кто-то ГБ. Вон. ГБ поставьте. Вон стоит. Где вон? Якутия на нем сидит. Он еще один. Где там? У кого есть Дживс, ребят? Поставьте, пожалуйста, Дживса. Если есть почта, тоже. Чё АФКшен? Эффект, сакры, свой. А можете вкратце рассказать, что там делать надо? А то что-то я уже здесь не помню, что будет. Дебафом гнев Астроманта, отбегать от рейда и все. А, просто отбегать от вообще. Да, а так бьешь цель, которую все бьют. Он хил. А, ну стою, хилю просто и все. Точно так же отбегаю. Да. Своих человек нету, блядь. Ой, Сакрис. Сакрис, ты что, вылетел, что ли?
Шасун, для всякий случай, стой подальше от всех. Да-да, я шарю, да так пусть и будет. От портала чуть в сторону станет, да и стоит там, бьет и все. Сакрас. Ясно. Император тут? Тоже ясно. Пришел, что-то про рот поговорил и все, доткнулся. Сакрас тут, да? Заходишь? Да, захожу. Повезло тебе, я уже хотел поменять. Подошли все сюда, стали рыбу. На круг. Теперь все токены на Лока Мага Ханта уходят за 600 ТП. Охереть. А можно мне ГП срезать за залутанные? Делша. Мне тоже за печеньки Т4, которые я за 500 лутал, срезаем. Ага, и за все. Дискриминация. Бирку дайте. Бир? Мост. Кто-то убежал в стенку. Ух, блядь. Против. В кошку превращайтесь. Так, Джурада, бэд Джурлан. Бычий, Джурлан, бэд просит, бычий вышел. Стали все центр. Пиздец вообще. Джурлан, фелшар, бэд. Че, вставалки у меня нет? Регги не купил. Серьезно? По черепу играть, может, оно как. По черепу. Не дух, присты, только дух. Нечем сбить. Элрей. Чё ты лан, ламер, а ты чё в кошку не прыгнул? Только более проклял. У него там только мишки. Сдох. 35 тысяч прилетело. Играем по черепу. Такая тебе. Молодцы. Как вы вовремя даете танина, я просто охуеваю.
так же с ловушками отвечай нормально. Я просто пьяный был. Так пьяный не ходи на лича, блядь. Казам, Казум, тут цель, которую бьют, фиряй просто и все. Если ты пьяный, это не значит, что ГП отменят. Да я за ГП ничего не говорю. Ты предупреждай хотя бы. Череп, играйте. Касс, классно. Сука, варимся начало. Так. Мосса, наверное. Потерь. Шейпер. Да, в натуре. А, Джурада, Бердина. Классная гимномана. Просит это. По череп. Шредер. Ну вот, босс в рандомного стрелы пускает, это, блядь, бред. Так они не дамажат вообще. Ну как тебе сказать, 10к каждая стрела. Ну это на мне уже столько стаков, 12 стаков, даже больше, чем по 10к бьют. 5 стрел, посчитай. То есть будет на тканях 10 стаков, и их не похилят просто. Череп. Без метки. Я подвел черепа. Притяй. Вот вас выйдет. Пизда. Молодец. Да. Каз. Казом, портал уж не снимай. Акро. Хорошо.
Ебать вы террористы. Фелшер. Фелшер, Креста, побежим. Ебать. Что вы на ману зачитаете? Стоите, сука, под боссом, блядь. Гимноманушем. Без метки бей. Без метки. Кап. Предлагаю такое звание вести к гильду. Террорист. Фаза. Гера. А, нет, когда? 40 секунд. Лол. А что на этой фазе происходит? Меня бьют. 40 к магии. 40 к гнили. Лол, дебаф есть, а Геры нет. Да, кстати. Вот, я сейчас появилось. А, есть? Что-то я не вижу. А, вот он, да, есть. Тёп, лють. Зап, значит, у нас собирает у нас зап, зап рога. Сакс. Сапоги, какие успех. За 10% никто запади не отдаст. Топчик запах за 10% хорош. Ты не микстур, тут хилы ель, тд ель. А вам легко сказать тени? Перчатки никого, значит, не изучен. Центурионы, давай забираем. А, когда, смотри, ты его держи там, если он кастует, если у тебя пружинки не будет, то просто притяжку дай, собьется кастр. А, или не спуститесь, там патруль, ребят. Патруль убегайте. Я кого даю ему. Вихрь пол рейда положит, так смотрите. Отойдите лучше от него сейчас. Вихрь раз в 20 секунд. Я взбиваю тайфун. А тайфун сколько КД? 20 секунд. Хорош. А ты чё нажимал нахуй? Я не видел. Отдай сакр с Мари. Я просто вид, кто нахуй не даёт. Зап, дай Мари. Ну, нормально встанет постоянно. Приор урон вроде выше. Хорош. Хорош. Урунку забирает. Останется. Че воронки такие дорогие, они же часто падают. Бежи. Гарга забирает. Это сейчас рейд удачный, а так обычно меньше падает. Горгулья, горгулья, сагривай. Патруль. Одним оков отдал. Второму тоже осторожно.
Мне кажется, админы каждую неделю чуть-чуть повышают шанс. Нет. Вот Центурион, который в рейде, вон он на чулане висит, блять, вихрь дает, смотри сейчас. А поднимитесь кто-то, подхилите там, умоляю. Мастер, там это эффект, короче, на Келе пойдет отдыхать, пишет. Ему там надо. Это какое-то недоразумение. Так. Вы сегодня Келе хотите уснуть, да? Так, конечно. Ну, давай, нет. Хорош. Знаете, какой вопрос я хочу задать? Давай. Как будем ролить Аллара? Нет, не задавай этот вопрос. Тебе дали коня, угомонись ты, гёпрэсты. Чё, Аллара сейчас... Разборки питерские, да, вот начинаются. Разборка питерская. У Аллара что ли 100% шанс, вы поверите? Нет. Второй Центурион в рейде. Крутит вихрь. Нет, первый еще. На мне рыцарь. Я не знаю, что там было. Я встаю. Короче, хильте танков хорошей. Бычьи головы и просят, только вижу. Не забирай. Нам бы снимали. Захильте войда хорошенько сейчас. Еще там. Еще скажем, скажем, типа. Вот этого лоу хпшного. Ага. Гуся этого. Да. Я же говорил про Феникса, вот отличие коня. Да. Не знаю, о чем вы говорите, он не упадет. У него процент там, я не знаю, мизерный. 2%. Прям. В смысле? 2%. Каждый рейд задавает один и тот же вопрос, упадет, тогда будем разбираться. Смотри, парень, я тебе хочу сказать так, что вполне вероятно такая ситуация, что если он сегодня выпадет или в ближайшее время, да, это будет последний раз, когда я его увижу. И чё? И я не хочу идти в рейд, в котором я... лишаясь возможности в принципе его получить. Потому что в конце мне могут сказать, Айрел решил себе его оставить. Или там получается другой человек. Вот, нет, вот нет, это вот мне нет, нравится. Такого точно не будет, пан. Это прям стопудово. Я думаю, никто. Ну, да нет. Что ты, Войд? Нет, нет, да что ты. Нет, ты, конечно, ну, весельчак, я все понимаю. Но такого 100% не будет, потому что разница между конем и фениксом в том, что там шанс дропа 100%. То есть каждый рейд. В том, что нахуй разведите мобов, блять. А здесь. А здесь шанс дропа 2%. В данный момент мне просто неинтересно твое мнение, потому что если бы ты был Эрелом, я бы тебе это без проблем, все бы нормально. Блядь. Но ты сейчас говоришь, а Эрел сейчас молчит. И что? Еще раз говорю. Алара ролят все, кто не получил непобедимого. Так подходит? Ну, я для бы... остатка рейда, я думаю, нет. Я бы не ничего согласился. Ничего себе, как-то прям, дело не прям победим... слишком справедливо. Нет, дело не в победимом. Просто ролят все и все. Нет, мне кажется, мастерел сказал очень справедливо. Да не кажется, блять, может вы завалите ебальники и как бы важно мне. Нет, Бучулан, сейчас ты завалишь ебальник, а мы получим ответ по поводу Аллара. Сейчас бы Бучуланом, да? Ты немного перепутал, дурачок. Завалишь ебальник ты. Да, у нас рейд, если что, напоминаю. Господи, если вас так сильно волнует судьба этого гребаного Феникса, и вы идете в рейд только чтобы ролить... Феникс. Тихо, гребаный Феникс, блядь, идите нахуй с этой гильдии, блядь.
если вам нужен только ебаный феникс. Чулан, вообще срать на этого все, феникса. Блядь. Я хочу пронести и пойти спать. А я хочу гильдой пронести рейд, выбить людям шмот и пойти дальше, да. Но если вам нужен феникс, да. Съебали нахуй прямо сейчас. Я могу вам помочь. Я знаю, чего вам не хватает, ребята, блядь. Какой ты злюка все-таки. Он просто этому тему мусолит уже третью неделю, она надоела, честно, она уже в печенках сидит. Задолбали, каждый рейд одно и то же. Задолбали, а понятно как. Пишет не только бан, поверь мне. Мне в ПМ в прошлый рейд писал человек 7 за этого коня. Ну, какого, феникса грёбаного. Во-первых, те, кто спорит за феникса, я закрою тему раз и навсегда. РЛ, я, Чулан и Войт постоянно, мы решаем, куда уходит маунт и либо-смор. Кому-то что-то не нравится кнопочка покинуть рейд или покинуть гильдию, никому никогда, блядь, не было лишнего. Это раз. Во-вторых, я сказал, ролят нахуй феникса те, кто не получали не по-ди-и-мо-го. Если он упадет первый раз, остальные все разы уже будут по рогу. Ну и все, вот я с этим соглашусь. Чулан согласится, я соглашусь. Боже, так 2% или меньше даже. Пофигу, главное срач не разводить вот этот ненужный, блядь. Да, срач уже не третья КД подряд. Это пан, ну просто не подумал, что сейчас начнется, блядь. Говорю, мне в ПМ писали 2 КД подряд, около 10 человек, допустим, будет их 10, их, конечно, поменьше, может быть 7-6, но их примерно столько людей. Кто мне в ПМ лично спрашивал, а кто будет ролить и так далее. Я уже не помню этих людей. Диспоните стан, пожалуйста. Да. Я, конечно, все понимаю, но неужели, блядь, бычья голова там, малики, нельзя диспелить стан, это же магия. Спасибо, блядь. А мне успели. Ну пиздец. Виби, ты танк нахуй? Ты тоже сдох нахуй. Почему мы будем вместе с Массаджиром? Уведи их. Дай войско. Кто-то кад живет 32 секунды, да? Ну, без хила. Дай войско, мистурка проще будет. Просто гроб на них набирает. На них вот хотя бы вред бежать не будут. А там котлас еще. Иби, блядь, не агри так, есть танки. У меня таунта нету. Как я могу агрить? Короче, я тебе говорю, блядь, так не делай. Так, ну, это как минимум некрасиво, как максимум, блядь, нормальные гильдии за это хуярят ГП, блядь. Наша гильдия, а у нас что, не нормально? Ну, блядь. Мы, да, честно, ребят, мы неадекватная гильдия, и это блядь, хорошо. Да. Наша гильдия, если не знает, то только... Да, блядь. Ну не наркоманов, блядь. Ну если тебя с Аджира брать, если ты наркоман, блядь. Террорист. А император наркоман. А царь тогда, кстати. Шахид. Я придумал ник, ёбрь, террорист! Шахид. Шахиды сделай, всё. Тебе бан дадут за этот ник. А царь трансвестит, да? Точку. Скорее всего такие типа шахид террорист есть какой-то там админовский аккаунт, где тебе уже создан банальный, чтобы не появлял каждый раз. Или кто-нибудь один раз создал, его забанили, уже им и занято стало. Можно всегда ошибки в микро допускать, это не запрещалось. Это будет считаться как неудовлетворительный и все равно бан. Точнее замена, а потом если не заменишь бан. Просто создавайте ники на Void начинаются, и тогда вы будете топ-1. ДПС повышается на 5к. Джилс, поставь, пожалуйста. Void шахид террорист, так? Рыба слышка. Сладенький, ты где там? Я тоже видел разные. Блять, Шарпи, ты на приколе? Рассказывают, здесь мы летаем, по-моему, да? Посхим что-то там долбим. Здесь как БК. Летает на пятой фазе. А куда вот эти челики, куда ливают? Ну, один говорит, он если ролить не будет, он просто ливнул.
И все. Ну, типа ему маунт важен, понимаешь? Короче. Пидорас. Я таких не знаю. Ты тут шарпи, тихо закройте. Пан, ты тут еще. Не будет ролить, выебывается нахуй. Его проблемы, не мои. Царяша. Ебе за рейд. Царь в рейд. В смысле, он на твинка хочет ролить Алары? Вы че? Твинк, не твинк, куда связано, еб. Так. Да, давайте я рогой зайду тоже, блядь, буду ролить, не знаю. Что, он, блядь, не упадет, во-первых. Он не упадет, во-первых. Царь тут. Он эту сову смотрит, он здесь. Господи, столько говна из-за гребаного пикселя в виде маунта, я ебал. Да я вообще не понимаю тут, блядь. Будет срать. Такое, рейл кидал, нет маунта, и все, блядь, в боссе. Типа, есть маунт, который можно в любом городе использовать и в любой локации, где летать. Ты его юзаешь, и все, он вообще не паришь. 4% шанс. Ребят, это мало. А очень. Не один или два? Нет, на Сирусе 4. Тем на форуме есть. Цар! Джилс есть. Цар, тебя не слышно, да? Ну, хз, написано вообще 2% в этом самом, в атласлуте. Ну, человек так сильно хочет X10. Этого маунта, он может его задонить, если он так сильно его хочет. А отмазки типа, если я не могу ролить и плакаться здесь, это полная хуйня. Не, а я факт, только так. Я только бы, наверное, Алису бы понял, если бы она плакала за маунт. Больше никого. Я бы открыл вам. Здесь сайт, есть еще люди. Не-не-не, это оправдание, потому что ебанутая немножко. Дживс, дживс, дживс. Братцы, дживс. Не буду говорить, кто с кем встречался, блядь. Это уже такое. Рейл кидал, где рыба? Я уже ставил, где дживс? Где дживс? Ладно, я сам поставлю. Так, будем пулять без них, нахуй, 24 кило. Котла с танка, войс с танка, микстурка в танк. Войд на боссе, ДК-шники 2 на Аларах.